Борьбу с пандемией COVID-19 обсудят на уровне глав государств и правительств в рамках специальной сессии Генассамблеи ООН. Соответствующую резолюцию, инициатором которой выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев, приняли в рамках пленарного заседания Организации Объединенных Наций. Эта идея была выдвинута в рамках контактной группы по борьбе с COVID-19 4 мая, которая прошла в режиме видеоконференции. Дальше был достаточно серьезный процесс урегулирования и принятия всех модальностей по данному процессу. И, наконец, вчера Генеральная Ассамблея приняла решение, что данная специальная сессия, уже 31-я специальная сессия по счету, пройдет в штаб-квартире ООН 3-4 декабря. Мировые лидеры подробно обсудят влияние пандемии коронавируса на здравоохранение, экономику, финансирование, а также массовое применение вакцин. Важно и то, что со вступительной речью наряду с генеральным секретарем ООН выступит президент Азербайджана в качестве председателя движения неприсоединения. То, что Азербайджан помог около 30 странам уже бороться с пандемией, само по себе показывает, что Азербайджан сторонник многостороннего сотрудничества, многостороннего формата. Мы всегда поддерживаем партнерство на международном уровне по борьбе со всеми проблемами, не только с COVID, но и с проблемами терроризма, экологическими проблемами. Проведение специальной сессии можно считать большим дипломатическим успехом официального Баку, отмечают эксперты, подчеркивая, что Азербайджан – страна, которая вынуждена сегодня самостоятельно восстанавливать свою территориальную целостность, вновь зарекомендовала себя как важного участника в решении проблем мирового масштаба. Медина Гурбанова, CBC.